Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. И Лотс. И сегодня мы продолжаем уже третью часть ванильных приключений. Второй сезон! Тупых, а не надо. Блин. Ну я ж сказал, ну не надо, ну зачем? Смесись, я себе эпичный прыжок! Ура, я разбился. И случилось так, что я попал на землю. О, зомби, привет. Много новых людей. О, зомби, привет. Ай. Зомби. Зомби, ударь меня. Ты сдох. Не знаю. Зачем ты меня телепортировал? Не случайно. Зато у меня есть деревянный меч. Который я тебе случайно выбросил. О, Эй, ты меня чуть не убил. Там... Ух ты, зомби. Не убил. Валим отсюда, все. Сейчас я тпкну скоро, если доберусь, конечно. Не надо. И меня не сожрут. Дерево. Меня убили. Ну вот. Так что я тпкну. Не надо, они. Меня взорвало. Эпик. Да блин, опять ты меня тпкнул. Да я хочу тпк тебе. Че это? Ну, типа, ну, сдохни. Это Эндерман на меня заагрил. Я забью паука. О, паук горит, все разрушено. Все разрушено и все горит. Паук агрит на меня, потому что он горит. Да блин! Нет. Сгори, скелет. Рома, ты поехали ко мне! Нет, не надо. Бей этих скелетов злых. Зих скелетов. Бей этих зих скелетов. Я все, я дома. А давайте такой эпичный мост построим. В дом. Через... Ой, там... а ты знаешь, что за мной меня преследует Эндерман? Вот он. Давай эту воду закроем. Давай эту воду закроем. Не надо. А хотя можешь. Давай так сделаем такой проход за водопадом. Как в эпичных фильмах. Ты так звучал. Дерман за мной гонится. С блоком. Чего ты там? Я слышу, как он кричит и умирает. Боль. Я забил зомби руками. У нас куча разных вещей, которые нам не нужны. Ладно, давай. Быстро. Я дерево добываю. Давай. Иди песок добудь. Давай в этой серии мы больше будем дом строить. Ну да. Я и прошу тебя, иди песка дофигища добудь. А, я разбился. И случилось так, что я попал на землю. С лопатой, ты понимаешь, я разбился с лопатой внизу. Главное, не тупыхни меня к себе. Да нет, а ты где, дома? Нет. Ну, у нас, дерево, кстати, какой-то неровный. Чё? Посмотри на наш неровный дом. У нас, видишь, там проход такой сбоку. Кстати, там можно сделать прикольную штуку, такой проход дальше. Еще одну комнату. Видишь, там... Да, видел. Проход такой. Так, теперь ищем лопату. Вот она, лопата, все. Идем выковывать песок. Самое веселое задание в Майнкрафте — копать песок. Я копал песок. Сколько нам надо его? Мне надо найти березу, которую ты в прошлый раз не добил. Не до. Ой, я вижу. Я в блоках застрял, черт. Нет, это нормальная береза. Ладно, пофиг. Да пофигу на эту березу. Сколько нам песка нужно? Много. Стака два наруби. Я железо нашел. Реально? Да, под водой.
Лол. Едет под водой. Лол. Турист. Би-би-би-би-би-би-би-би-бум. Ой, тут под земли дофигища лежит. Там, понятно, крипер взорвался. Ха! Лах, шкальник. О, крипер? Нет, скелет. Не может на него попасть. У меня почти стак уже есть песка. Ну, давай. Ух ты, ё! Нет! Ой! Джеронимо! На! Ай! Рома, приди ко мне, выкопай железо. Меня здесь убьет, нафиг. Подожди. Ой, я нашел березу, которую ты не выкопал. Лал, лал, лал. У меня есть стак и 5, стак и 9, стак и 10. О, вон, я вижу тебя, видишь меня? Нет. Да вот я рядом. Ну ты спустился в пещеру, а я рядом там был. Я капаю песок. Ты капаешь песок? Грустно. А у тебя, а там, кстати, я когда эту пиццу против скелетов, ой, я железо нашел. Да. Пиццу против скелета на iPad тебе скачал. Надо там, она и должна быть там написано free. Ай. Не знаю, у меня нет. Ух ты, сколько. А то там есть это free и за 169. У меня бесплатно. Походу у тебя не полная. Или я не знаю. Я не знаю, но мне пофиг. Я там себе купил клюв. Точнее, мы с тобой же. Нет, ты не, мы не успели. А, ну вот я купил. Я на хоккей пошел вчера. И у меня такой теперь в завязанными глазами с клювом. Да, прикольно. Но я потом его что-то убрал, я не помню уже, что я там делал. Стака 2 хватит? Чего? Пска. Пска, да. Пска, да. Думаю, ты я докопаю. Ты ко мне. Сейчас докопаю 2 стака. У меня почти 50. И у меня, походу, лопат сломается. Ну ладно. 58. Ух ты, спасибо. Зачем ты мне это все скидываешь? Говорю, нам нужно проход какой-то сделать наверх, в дом наш. Ай! Я первый. Блин, я тебя только подтолкнул. Ай-яй-яй! Нет, ты в самом днище! А? Ты в самом днище, да, я тебя столкнул. Ладно, все, давай сберемся спокойно еще. Да хватит, Рома. Я ж тебя подтолкнул. Да блин, у меня жизни нету уже. Ты что, Ром? У нас нужен сундук. У нас нужен сундук. Ай. Ух ты, нифига, у нас еды. Сколько? Много? Много? Да, много-много. Рома, отойди, пожалуйста. Нет, нет. Ух ты, нахал. Блин, дай сундук поставлю. Ну, ставь. Я тебе ничем не мешаю. Переплавь вот этот весь песок. Еще вот. А еще железо надо добыть. Моя железная кирка, надо ее забрать. Я знаю, что я сделаю сейчас. Что ты делаешь сейчас? Дофигища печек. Ура! Ура! Дофигища печек. Ура!
пытаюсь всплыть, не могу всплыть. Не хватает воздуха. 64 делить на 8 сколько будет? 54 разделить на 8 на 9. 60. А, 64 разделить на 8, 8. 8, да. Я 2 железа выкопал. Молодец. Ну, Рома. Ну, что? Зачем? Ну, я случайно. Да. Нам нужен проход какой-то наверх. Нет, зачем? Только Майнкрафт, только хардкор. По воде не очень удобно. Тебе одному. Все, я научился теперь телепортироваться к тебе. Я в тебе, в твоих ногах. Откуда у тебя вода, еда, нога? Ай, да не надо, Рома. Я все сложу сюда. И теперь эпичность, Рома, смотри. Угу. Смотришь? Да. Уу! Все, беги. Ай, меня подгоняют. Лошадь, спаси меня. Ладно, это как... Да, все, Рома, давай нормально, не бить друг друга. Я подгоняю тебя. Да не надо. Ух ты, нифига. Блин, у меня что-то... Эпичность, кинематографичность. Просто хватит меня уже тпхать, меня уже бесит все время бегать. Ты смотри, что делаешь-то. А я прошу тебя сделать нормальный проход, чтобы подниматься легко. И давай сделаем кровати, а? Так будет легче для нас. Мы когда будем тпхать, то можно умереть просто еще. Ну так я, у меня так-то ценные вещи. Да, какие? Стак песка, 2 стекла, 7 железные руды, каменная кирка и 3 деревянных меча, весь наш весь песок, весь наш уголь. Общем, да я сейчас сделаю нам кровать. Одну кровать, причем. Ты понимаешь, одну кровать. И она будет вот такая. Вообще. О, да, все. Смотри, какая кровать. На печи. Да. А что с ней? Я не знаю, такие вот баги с кроватями стоят. Я запрыгнул. Как? Вау. Как ты запрыгнул? Кровать занята. Все нормально, они не спать, да? Норм, норм. Ай. Ты меня столкнул. Это баги. С 1.7, да. Это наша священная кровать. Давай сделаем коврики, а? Куда ты рвешься так? Давай! Ладно, я сделаю коврик. 3 коврика. Красный. 3 красных коврика. А как их делать? И что, красненькие для их с красной шерсти делать? Вот здесь будет такой встречать нас коврик. Вот. Злой Рома. Давай, знаешь что? Лестницу возьмем. Или... Ах, да, все, я вспомнила, что я хотела сделать. Берем весь булыжник. Эй, я хотел весь булыжник. А дай мне, пожалуйста, шапку. Точнее, кирку. Кирку, плиз, отдай. Бля, Ася. Заменяем пол.
А зачем тебе тогда булыжник, если ты... Дай булыжник. Дай булыжник. Там еще его куча лежит, но на. Вот на два стака. Рома, что ты делаешь? Так, нам надо много булыжника. О. Что за фигня? Чё? Мне нужно это, как его там? Стекло. Ой, я чуть не упал. Нет, мне ведро нужно, я упал. Ух ты! Что нам с тобой случилось? Что там с тобой случилось? Да не, ничего. Да не, ничего. Да не, ничего. Да не, ничего. Нет. Не говори нет. Почему ты говоришь нет? Да блин. Да блин. Чё ты там падаешь? Почему ты падаешь? Потому что фильм. А что ты там вообще делаешь? Я вот пол заменил. А ты что делаешь? О, спуск. Понятно. И так, падаешь и сбил тебя, да? Вниз. Помнишь, десятичасовая версия это? Нет! Не уходи от меня! А, да. Я хочу сделать такой проход под водопадом. Это будет эпично смотреть. У меня пол сердца. Я не приземлился в воду. Не уходи от меня! Меня убили. Не уходи от меня! Ууу, я упал. А дай немного булыжник. Совсем вниз. Дай, ну, один булыжник. Ну, я просерил его. Не уходи от меня! У тебя есть булыжник, нет? А вон, вижу все вещи. Собирай их, и я... Нафиг. Давай, я готов. Собирай все вещи, и я тп тебя. К себе. Да, я собрал очень мало. Так, ну, ладно, придется самому прыгать. Нет, пол сердца. Нет. Зачем? Я спрыгнул за вещами. А я уже их собрал. Все тогда, ТП ко мне. Я буду троллить скелета. Не, я пойду убью его. Давай, подожди, не возрождайся, ну ладно. Что сейчас значит воду закрываем? Скоро. Да хоть сейчас. Сейчас воду закрыть? Сейчас. Сейчас воду закрою. Только как мы будем подниматься? Ну я все устрою. Вот я вижу, откуда источник проблем идет. Ё-моё! Меня начало стаскивать вниз. Вместе с водой. А вода почему-то не уходит. Что-то там два источника, значит. Нет, она... Как только я начал залез в нее, она начала уходить.
А мы не вернемся домой. Ведьма, ведьма сверху! Над тобой ведьма. Я видел. Я испугался нафиг, испугался. Я вообще испугался. Мы поднимемся домой. А? И как мы поднимемся домой? Я дома. Нет. Да? Да. Чё тебя бьет? Она отравила меня. Она! Во всем виновата! Во всем виновата она! Маленькая сопля! Ведьма какая! Она страшная такая. Где она ходит? Ты посмотри, как все осушилось там снизу. Речки все. Угу. А куда мне теперь падать? Ну блин. Ай. Я убью ведьму. Сдохни, сдохни, сдохни. Сдохни, сдохни. Я ее убил. У меня есть глоустоун и 2 редстоуна. Да? Ага. Поди, если кто-нибудь к нам придет, это спросит, то откуда у вас глоустоун? Мы скажем, в аду были. А кто придет? Ну, не знаю, может быть. Я тебе потом кое-что надо будет мне сказать тебе. После съемок. Че, сколько эта серия уже идет? Даже хотели над домом поработать, и нифига не поработали. Я стараюсь, я очень стараюсь. Ну-ка, подожди. А? Можно, может, перекрасить как-то? Как-то, может, можно перекрасить ковер? Я ведь... Нам не нужны же красные тюльпаны. Да вроде нет. Ну, я ставлю много еще. Я только 6 переделаю. Не, нельзя никак сделать. Покрасить ковер. Может, надо его... Делать, красить, когда сразу делаешь? Мне кажется, просто из шерсти, из какой-то его сделал. Да, похоже. Давай красное сделаем. Красный ковер. И перед входом поставим. Мне пофиг. Прости, мне пофиг. Оу. Нам надо много булыжника. Блин, почему по 2 ставится? ТП на мой труп, пожалуйста. Ай, тут зомби! Зомби, зомби меня сейчас убьют! ТП быстрее ко мне. Спасибо. Что помогли мне. Я помогу тебе. Если ты помог мне, я бы могу тебе. И... Ладно, давай наверх. А зачем вот этот столб? Ай. Да чтоб ты дома был. А зачем вот этот столб? Так надо. А зачем ты лестницу перевернул? Ничего. Зато у нас есть теперь красная дорожка. И я придумал. Я делаю нам кожаные нагрудники. Зачем? Ну, чтобы защищаться. Я сделал себе. Тебе делать? Мне не надо. Все, я такой в курточке. А стекло, давай теперь я поставлю стекло везде. Оу, железо. Оу, стекла нет. Оу, нет. А где стекло все? У меня. Давай сделаем. Кого сделаем? Или под... А вот эту стенку тоже заменять, которая сбоку, да? Не знаю. Которая сзади, в смысле? Какая сзади? В общем, ты понял, наверное. Ну, наверное. Ну, вот эта, которая... Стена, вот пол и стена рядом, знаешь, где лестница? Ну, лестница. Очень все понятно.
Стена, на которой висит лестница. А почему у тебя там лестница идет? Она же не так идет. Или так? Да стой ты. Да мне тебя опять убивать придется. Зачем? Чтобы вернуться домой. Давай я тебя убью. Ага, все. Нам понадобится много булыжника. Давай я пошел покопаю его. Спасибо. За вещи. Давай, найди, я дам сейчас все вещи. Короче. Я их в сундук все положу. Знаешь, что надо вообще делать шахту уже, реально. Ну, я и хочу. Я сейчас буду копать из горы вот отсюда, да. Стой. Ты покажи, я ой-ой-ой. Буду. Ой-ой-ой. Меня, кажется, Лёня в скайп добавляет. Ну, ладно. А может, реально закончим уже? Давай. Это, ну, не очень интересная серия так-то. Ну, ладно. Да. Ну. И давайте. И если здесь впервые подписаны на канал. А, точно, давай поманим без видео. Давай. Ну вот мы. Да, пойдем майнить тогда без видео. Потому что это скучно. Да, я не думаю, что интересно будет. Смотрите. Вон... Если что, у меня есть деревянный. Ой, железная кирка. Ну ладно, давай. Да, и если здесь впервые подписаны на канал, ставьте лайки. С вами был Механик. И Лотс. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока. Рома. 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 Ну ладно. Но мы еще не закончили. Надо будет заново. Чего заново? На было мне. Давай, я еще не закончил. Да чё? Я не хочу прощаться. Всё, всем пока. Я не хочу прощаться. Ладно, всем пока.